Когда еще раз, за что вы выражаете, если не выражали, сейчас будет на вас оставлено постановление по части брата по статье 177. Так это вы тут исполнили. Это вы тут исполняете. Мы исполняем? Ты бабки зарабатываешь. Да, я бабки заработаю. Я сажу попадусь, если в деле вадус, будет залезть незаконс, эй, мусор, лови разнос. Друзьяки, в общем, мы город Харьков, рынок героев труда, заметили такую фишку. Полицейские составляют на территории рынка протоколы за незаконную торговлю товаром, правильно? Нет, за то, что лотки стоят. За то, что лотки стоят. Вот, сейчас мы хотим, но, кстати, на территории рынка они оплачивают местовое 100 гривен. Мы сейчас пойдем в администрацию, вот так вот будет, наверное, лучше видно, в администрацию и узнаем, законно ли они торгуют или нет. И, может, вжарим даже полицейских. Пойдем. В общем, народ, сейчас заходим с нашими полицейскими. Добрый день. А нам нужна администрация рынка. Ну кого? Начальника, зама, ответственного. Фон Билан есть, может? Начальника охраны? Нам охрана не нужна. Нам именно администрация, кто отвечает непосредственно за рынок. Представителя любого. У вас как мне... Все, вот так. Да. Полиция, журналисты просто. А тут вопрос... Вопрос возник, то, что на вашей территории рынка полицейские выписывают людям протоколы. Но. На основании чего? Полицейские выписывают. Конечно, мы вот полицейских двух споймали. Разные чеки выдаются. У меня вопрос возник, на основании чего людей казачат на вашем рынке? Есть? Не вызначено, получается. Здрасте, а вы кто? Начальник охраны. Но нам начальник охраны вообще не нужен. Не нужен. Ну, нам нужен. Давайте хоть выйдем отсюда, а то мы стали. Да что полицейские не убежали просто. А, не, собираю. Не, конечно, не убежали. Давайте выйдем на свежий воздух. Скажите, а можете представиться, как вас? Камиль Эдуардович, начальник. Смотрите, меня Вадим. Журналист «Законный контроль», это наш юрист. Чисто случайно увидели, вы знаете, что у вас на территории рынка полицейские вашим людям, которые вам платят за аренду местового, полицейские выписывают протоколы. За порушение благоустроя. Я никаких комментариев давать не могу и не буду. А Билан у вас нету такого? Билан без понятия. Видите, это же Билан. Это первое. А то, что полицейские их первый раз видят. Но вы знали, что у вас на территории это происходит? Нет. Я так понимаю, это ж ваша частная территория, правильно? Это... Ну, которую вы делаете благоустрой, правильно? Да. Вот. То бишь, у вас люди арендуют... Я никаких интервью давать не имею права. Почему? Все, давайте эту тему закроем. Потому что полицейские, я считаю, как бы, лично мое мнение, ну, как бы, это сейчас вон выходящая ситуация, все. То бишь, они делают все правильно, что ли? Нет. Нет. Нет, все, вот, видите, вам начальник. А руководство можно ваше? Ну, а кто вам нужен конкретно? Неважно, кто. Камеру отверните в сторону. Кто вам нужен конкретно? Я с вами не на повышенных разговариваю. Так а зачем вы обвиняете? Я вас задал вам вопрос. Кого вы конкретно пришли изымать? У кого товар? На кого выписывать товары. Протокол? Выписывали... Я даже не понимаю, о ком давайте вы пройдемся. Говорите. Ну, давайте я посмотрим. Даже не понимаю, давайте, о ком вы говорите. Давайте прогуляйте. Я начальник протокола. Уже просто... Не актуально, другой надо человек. Ну, чего? Ну, как бы начальник охраны просто, ну... Ну, у меня другие функции, я не касаюсь. Его защищать... Вот девушка, может быть, да? Разобраться учитель, те, которые... Я администратор. Вот. А, вы администратор. Сера, я перезвоню. Вот, есть вот ФОП Билан. А можете представиться, пожалуйста, как вас величать? Меня зовут Ирина Петровна. Меня Вадим, законный контроль, журналист. Скажите, пожалуйста, мы просто чисто случайно узнали, что на территории вашей рынка полицейские вашим торговцам выписывают протоколы. Вы об этом знали? Я лично нет. Вот, мы доводим до ведома.
что полицейские незаконно выписывают. Если они контрабандой торгуют, для этого есть следственно-оперативная группа, должны взять товар. Но они этого не сделали. Ну правильно, да. Вот. И просто оказывается, люди жалуются, что это уже на протяжении 2 недель приезжают полицейские и пишут, тупо пишут протоколы. Регулярно. Но при этом, причем имея при этом чип. А можем пройти до тех людей, которых мы были? Они вот видите, разместить доп, площадка, а у этих вообще 100 гривен вот люди заплатили, непонятно почему. Он имеет чек, находится на территории, а ему выписывают, как будто он продает не на вот территории. Вот там, за территорией. За территорией, понимаете? Вот в чем проблема. Да. Ну, честно говоря, не очень. У нас на территории торгуют предприниматели. Да. Можем пройтись с вами, да, прогуляться, где мы были, у людей, которые нам пожаловались. И люди пожаловались вам о том, что... Не нам, это полиции кто-то заявил якобы о том, что продают там на лотках, и полиция приехала, на них составила протоколы. Но они составили протоколы за то, что за благоустрой, за то, что незаконно установлены лотки. Да. Вот в чем прикол. И на они на территории. Если вы не за территорией, то это было под нас. Да, это есть состав. А так они на территории. Давайте с нами пройдемтесь. Ну, я же хотя бы должна понимать. Не, ну, да. Мы вам обрисовали ситуацию. Ну это вот вкратце, да. Добрый день. А вы местовое оплачиваете? Конечно. Оплачиваете. Давай посмотрим, смотри, как расположены, вы же пишете 5-7-4, правильно? Да, 14. За благоустрой. 5-7-1-14. За благоустрой. Да. То бишь неправильно установлены, незаконно. Наверное, незаконно, нет. Вот, вы за вот это пишете, все. А вы полиция считаете, что это нужно? Это незаконно. А я считаю, что вот там, где люди стоят, то остановка, они являются. Пойдемте на ту остановку. Вот это вы считаете, это рынок. Это рынок. Это рынок. Если это рынок, у меня здесь вопросов нет. А вот там я считаю, что это остановка. Законно. Если это рынок, если это место, а ну подожди, это место, это вы как администрация рынка говорите, что это место? Это рынок. Если это территория рынка, какое это место? Номер вам скажу? Да, скажите я мне. Я не знаю, какое это место. Ну, скажите. Это... Так, я вот так вот, я так понимаю, что вот это вот, это все остановка. Она, а теперь, давайте, вот это у вас, вот это вот остановка у вас считается? Послушайте, но это территория рынка. Если у вас есть какие-то это посадочные места, по поводу того, что наши предприниматели стоят и торгуют не в положенном месте, да. Значит, дайте какую-то письменную, для этого должны вы. Давайте пройдемте к людям. Вот, скажите, пожалуйста, вот это тоже считается у нас не... Это самовильно поставлено, да. Самовильно. На территории рынка. Лицо оплатило территорию. Вы отношение к территории рынка какому имеете? Никакому. Никакого. Вы приехали по вызову? Да. Вот увидели и считаем, да. Вы по вызову приехали? Да, считаем. Есть заявитель, который действительно дал показания о том, что... Если есть вопросы по поводу заявителя, обратитесь, пожалуйста, на Шевченко представитель. Это уже вторая процедура. Вот руководство рынка, которое говорит... Ну, руководство рынка не ставит мне задачи. Понимаете? Поэтому у меня есть свое руководство. Так, руководство рынка не подавало жалобу на незаконную торговлю. Она и порушение порядка. Так это же на территории рынка происходит, это внутри. Скажите, пожалуйста, на протяжении какой недели вам приходят полицейские и выписывают протоколы, девочки? Не бойтесь, не стесняйтесь. Сколько дней уже приходят полицейские и пишут вам протоколы? Мы на вашей стороне. Первый день? До этого приходили, они еще писали? Ранее писали вам? Не вам, а сменщица. А они объясняют, за что они вам пишут? Ну, они вам объяснят, за что они пишут вам протоколы? Скажите, пожалуйста. Ничего, не бойтесь. Они вам пишут за то, что вы не без лицензии торгуете, либо то, что незаконно у вас лоток стоит. И за что они? Вы понимаете, за что вам пишут? Может, вы смертный себе приговор, не дай бог, подписываете? В чем проблема? Руководство, допустим, рынка не знает о том, что вас штрафуют. На территории рынка. Вы сейчас на данном... Вот это же территория рынка по забор, правильно? Вот это все по документам, это территория рынка. Ребят, скажите, как должна автобусная остановка, какими знаками обозначаться?
По поводу знака остановки, ну, пожалуйста, у нас есть... Знак, да. Как вы определили, что это остановка? Чем она ограждена, может быть. Как вы определили? Здесь не должно быть препятствий. Это пожарный... Так а рынок то же самое. Рынок то же самое, люди ходят. Там то же самое. Правильно, там на проходе есть между рядами, есть расстояние, чтобы... Проходить. Давайте мы померяем сколько. Я не буду мерять. Если еще раз, если у вас есть какие-то вопросы по поводу нашей деятельности, обратитесь на, пожалуйста, список. Так вы... На Шевченко, ребят, вы, вы занимаете... Мы не можем дольше вам уделить внимание. Мы уделили, мы прошли, посмотрели, с администрацией дом... общались. Больше мы вам не можем... Я вам еще раз объясняю. Администрация не в курсе. То, я что вы незаконно если есть штрафуете вопросы, их за если есть вопросы места. По поводу деятельности сотрудников полиции, пожалуйста, если есть администрация, обращайтесь на Шевченко 315, к нашему автобусу. Ну, естественно, мы поможем им. Мы не можем больше уделить вам внимание. У нас есть свои функциональные данные. Если хотите, я вам покажу. Дайте, да, дайте ваши и коллеги. У коллеги есть свое удостоверение, вот мое удостоверение, пожалуйста. Филипенко, Микола, вот так вот сделайте. Я показывать не хочу на видео, я хочу вам представить. Пожалуйста, покажите свое служебное... Показываю. Я показывать на видео. Пожалуйста, покажите. Я отказываю вам. Я вам могу вот так вот показать. Хотите читать? Я сейчас при людях. И что? При людях. И что? Буду выражаться нецензурной брань. Вы будете тогда, вы будете вынуждены прекратить правонарушение. В противном случае вам будет, вы будете привлечены по статье... Согласен. Покажите, пожалуйста... Я, покажи, на камеру... Я говорю, покажите, Филипенко дальше. Филипенко, камеру Николай. Уберите. Камеру уберите, я вам покажу. Я говорю, покажите мне служебное удостоверение. До полного ознакомления. Филипенко, я говорю, покажите я мне. Я сказал, я вам не буду показывать. Я говорю, ладно, хорошо, следующий. Можно ваше служебное удостоверение? Абсолютно просто. Ткаченко Сергей Алексеевич. Ну, можно. Филипенко, с тобой будет отдельный разговор. Чуть-чуть можно? Ткаченко Сергей Александрович, очень приятно. 01-00-186-26. Вот это человек нормально показал. К вам будет отдельная просьба. Да. Прекратите правонарушение. Не надо. Пожалуйста. Я за это понесу соответствующие... Тогда еще раз, раз вы выражаетесь нецензурно, да. Сейчас будет на вас оставлено постановление по части протокола, по статье 171 Гражданского кодекса. Пожалуйста, пройдите как-то. Давайте. И опять же не, вы же не слышали, что я говорил, правильно? Я же ничего не выражался. Все. Подходите, берите сюда, у меня есть свидетели о том, что я не выражался. Выражался кто-то. У них нет ни бодикама, никакой фиксации. Вот так кто же сам. В общем, народ, мы встретились с администрацией. Кто не знает и будет смотреть этот ролик. Это героев труда. Полицейские занимаются тем, что выписывают протоколы на территории рынка по поводу того, что якобы у них... Что они продают здесь незаконно. Нет, они то, что они лотки не... Нет, заявительные напишут, что незаконно. В телефоне, алло, 102, тут незаконно. В общем, друзья, пишите, кого на протоколы выписывали на рынках. Будем разбираться в этой, в соответствии с администрацией. Все, пока. Короче, друзьяки, в общем, тут такая ситуация. Вот этот полицейский, Филипенко, не показывал свое удостоверение, утверждает то, что я матерился в общественном походу месте. Сейчас мы будем, он пытается на меня составить 173, правильно? Да. Да, якобы я там матерился. Ну, это с его слова окажешь. Я заявляю официально, было два свидетеля, еще один свидетель, что я не выражался. Смотрим, что будет дальше происходить, может, в райотдел еще съездим. Ну, давай. Жги. Документы у вас удостоверяют? Вообще ничего нету. Ну тогда я вас прошу, запрошу. Отказываюсь. Ну, вы же как-то совершили правонарушение? Нет. А если я считаю, что первое, да, конечно. Первое. Согласно статье соведется фото-видеофиксация на бодикам. Так. Я, инспектор Филипенко, считаю, что. Еще не видел, что вы Филипенко. Я вам уже показывал. Вы мне ничего не показывали. У вас есть видео. Но у меня нету ничего. Свидетели, которые подтвердят. Хорошо, можете показать свое служебное удостоверение?
належним чином. Пожалуйста. Это не належным чином. Покажите, я слепой, я плохо запоминаю. Я когда на камере увижу, что это Филипенко, я... Не, на камере я не буду вам показывать. Чем это... Я вам представился. Чем это аргументировано? Вы мне показали еще. Я не на камере показываю. Где это прописано? А где прописано, что должен показывать на камеру? Открываем 40-ю статью. И что? Там четко и ясно прописано. Как должна бодикамера работать? Это первое. И что? Вы ее когда включили? Когда посчитал нужным. Я не знаю. То бишь вы на... Алексей Михайлович, я перебиваю. Инспектор говорит, что бодикамеру он считает, когда нужно включать. Запрещено, наказ есть. 10.26 наказ. Да, а я включу, когда посчитал нужным, потому что она была, находилась в машине. То бишь вам можно приказ нарушить, правильно? Я его не нарушал. Вы его не нарушали? Ну то бишь вы на, мне на камеру заявили, то когда вы хотите ее включаете. Я посчитал нужным, включил камеру. Вам там такого не прописано? Я включил камеру и предупредил. Дайте мне ознакомиться со с вашим служебным удостоверением. Пожалуйста. Еще раз говорю, дайте, вы не даете мне знакомиться в полном объеме. Я даю вам без камеры. Нет, камеру, нет, там такого нет. Вызывайте командора сюда. А что он вас просит? Я не слышал. Свидетели хотят показать. Слушай, ты их оштрафовал, а теперь ты хоть, чтобы были свидетели, ну ты хоть бы головой подумал. Ты им протокол выписал. И ты теперь хочешь, чтобы она против меня пошла? Я спросил. Что ты спросил? Можете быть свидетелем? Чего? Я не вас спросил. Да я подсказываю, чтобы девочка не начудила чудес. Ты хочешь 366-ю заработать? Я чудю? Да, это ты. Так это вы тут исполнили. Это вы тут исполняете. Мы исполняем? Ты бабки зарабатываешь, чудес. Да, я бабки заработаю, я работаю. И шо, я работаю. Контрабанду ты крышуешь. Хорошо, контрабанду крышую. Пусть будет так. Ну хорошо. Хорошо. Звони куда нужно, чтобы ты нашел главаря контрабанды, наверное, да? Наверное, звони. Тебе виднее. Звони. Звони. Сейчас приедет командир. Ты же вызвал 102. Я вызвал командира. Да, сейчас приедет командир. Не, я просто сказал, что приехал. Не, ну сейчас едет. Правильно, ну, да. Сейчас приедет. Давай, что там нужно? Составляй на меня соответствующие сейчас бумаги. Сейчас приедет командир. Уже ж приедет командир. Я не могу без командира. Сейчас буду... В смысле? Так ты мог, а теперь ты не можешь? Ты же сам вызвал. Я мониторинг вызвал. Ты что? Наркокартель, наркокартель. Ты вызвал следственную оперативную группу, если тут контрабанду ты нашел? Ты вызвал? Ну ты вызвал? Обращение будете делать по поводу? Я приму от вас заявление по поводу контрабанды. Ты сказал, что тебе есть. Я приму от вас заявление. Ты сказал, что... заявление будете? Я отказываюсь. А чего вы отказываете? А чего я? Тут ничего ничем не торгую, ты что? Ну так и я не вижу контрабанды, если вы... Да ты только что сказал, что я крышую контрабанду. Вы только что тоже сказали, что вы крышуете контрабанду. Так это твои домыслы. Это ваши тоже только что были домыслы. Никак вообще. Ты хочешь, чтобы я был... Я привлекал людей за незаконно установленный лоток. А тебе администрация только что сказала? Администрация не является для меня никем. Она лично ко мне никакого отношения не имеет. А ты какое отношение к рынку имеешь? У меня есть заявление, поэтому я считаю, что вот так вот. Заявление? Да, есть заявление. Обращение граждан по поводу незаконно установленного лотка. Нормально. Хорошо, устроим тогда цирк. В общем, друзья, делайте свои выводы, как бы сами видите, что инспектор чудит, исполняет, как бы люди тут уже стоят на рынке запуганные, а инспектора говорят, что я крышую контрабанду. Ну пусть считают, что я контрабанду крышую, пусть так будет. И слышали, что он говорит, мы выписываем за то, что люди установили незаконно торговые лотки. А администрация говорит, что тут все законно. То бишь полицейские зашли на территорию рынка, на которой люди платят местовое. И ну так раньше мусорам платили,
А теперь мусорам же нельзя платить, как бы можно людей наказывать. Вот мы и так вот и делаем. В общем, ждем сейчас какой-нибудь трэш будет. Сейчас должен вроде бы командир быть. Ну, а если что, если ничего не будет, в общем, значит, ролик закончится, и до новых встреч. Вы знаете, что делать. Подписываемся на канал, ставим лайки. А как полицейский говорит, а я пойду дальше работу делать. Ну, зарабатывать бабки.